Сегодня у нас велопрогулка, но сначала завтрак. Угадайте, что? Может, что-то посытнее. И повкуснее. И главное, полезнее. Это здоровый завтрак с мягким творогом Данон. Данон сделан из настоящего творога с добавлением сливок. Только натуральные ингредиенты. Вкусный! И сытный. И главное, полезный. Мы – то, что мы едим. Данон – культура здорового питания. А что у вас на завтрак?